Здорово, продолжаю играть в PvZ2. Сейчас зашел, тут добавилась вот такая вот штука. Видимо, это или новый магазин сделали. О, как. Вот, когда 25 гемов будет 10 этих и голова. Вот это неплохо, кстати. Угу. Это за донат. Ну и донатские растения. Вот так, да. Бесплатный daily gift. Делик. Бесплатный. Бесплатный. Что здесь? Да. Так. 10 косарей. Надо посмотреть на в альманах. Это сколько на прокачку? 2000. Так, этому сколько? Этому много еще. Ладно, вот этого я прокачаю стихи. Так, ну что? Что там у нас по... Вот этой штуке, посаду дзен. Прикольная анимация была. Он не загоралась у него с первого раза эта штука. О, так вот оно что, тут еще есть вот такие штуки. Давай-ка сыграем. Снова пихают горохострелы стандартные. О, так. Пусть вот этот выращивается. Прикольно. То есть он какое-то время растет. Зеленый, потом такой светло-красный, потом вот такой. И уже потом, да. Ого. Ого. Охренеть. Вот это да. Вот этого я не знал. Ну что-то такое, по-моему, играл. Была, по-моему, такая пената уже, если не ошибаюсь. Взорвалось. Так. А, там еще идут. Вот это да. Они пройдут, похоже. А, ну да, так это ж не последние. Не последняя эта волна. Долго зреет эта штука, но урон хороший. Mm-hmm.
А, ну все нормально, чё. Прошел. Две вот такие штуки. Что тут еще есть? Вот это раз, два, три. Давай посмотрим. Поднакопились эти эпик-квесты. Надо вниз пролистывать, смотреть. Я думал, там один висит и все, а тут их три. Электричество против куриц, всяких таких уродцев, идеально работает. Ох, ну надо же так. Еще раз запускаем. Еще раз. Вот такой вот какой-то вариант получился. Сузили вот эти вот таблички, или что это были за штуки такие. Над дизайном чуть-чуть поработали они. Что, то же самое, что ли? Да ну нафиг. Тю, ё-моё. Да, походу то же самое. Ладно, сейчас этот уровень тогда сыграю и что-нибудь другое выберу. Или пройти третий. Там дадут вообще что-то, нет? Так, ну это мы эти монетки ни о чем. По 10. Ладно бы по 100 давали. Разговоров нет. Так, по 10. А, вот эту дадут одну штуку. Ну ладно. Там может содержаться очень важная прокачка.
Да, три одинаковых уровня подряд, это, конечно, стрёмно. Ну, легко. Ой, да ладно. Неужели? Так, это электричка, не справились с курицами. Странно совсем. Ладно, давай вот так сделаем. Или они как сильнее становятся, я не пойму, с каждым уровнем. О, вот такой не было штуки. Да, они сильнее с каждым уровнем. Вон сколько их бьет, электричество, и ни хрена не происходит. И бомбочка тут есть. Угу. А я думал, в чем разница, блин. Все равно не сложно, но вот теперь понятно, в чем разница. Первый был, были обычные зомби, потом чуть сильнее и сейчас еще сильнее. Во, отлично. Десяточка, десяточка, десяточка. Ну, неплохо, ладно. Вот это что-то не дали. 40 из 40 накопил, гемов не дали. Так, а здесь я играл или нет? Что-то я... По-моему, сюда не заходил. На финика, на сладкого я видел, да. Ого. Не играл. Вот такая тема. А, или играл, подожди. Вот она бьет эта хрень, а. Ну давай, топай, топай. По минам. Красиво. Офигенный уровень. На минках.
А, вот, пятерочка. Вот, надо было что сделать. И три этих. Ну, пускай копится. Чё? Потихоньку. Новый сезон будет, новые растения вот это куплю. За конфеты, которые. Хм. 23 гема. Можно купить руки и задротнуть варенье. Будет так. Но надо пляж волны проходить. А, подожди, пената не пройдена еще. Забыл я за нее вообще. Давай посмотрим, что сегодня здесь. Тут не башкатые зомби, а башкатые. Ладно. Это шикарное растение вообще. Микростан дает. Так, так. Это он так ускорился. Не покупаю. Все. Яблочная мортира готова. Шикарные растения. Ух ты. Так. Ну вот теперь можно сюда. Я хочу проверить, сколько у меня куплено, вернее, открыто семян. О, смотрите, какой уродец появился. Понятия не имею, что это такое, но это какой-то маркадемия над. Какой-то орех. 100 солнца, откат, 2500 крепость. Марк Хилд. Восстановление спешл. У него есть прикормка. У него есть урон. У него есть защита. Это, видимо, следующий сезон будет на него. Так, ну вот этот у меня 86. Ну да, надо варенье играть. Тут, по-моему, каждый месяц сезон, то есть, закрывается.
Вот, есть осенний, летний, по-разному там. И вот растения новые. Так, здесь идут эти уроды. Понятно. Ну, шикарно. Обожаю его, это растение. Но здесь просто лучше растения не придумаешь в этом уровне. Он и создан для этого уровня. Гасить вот этих вот уродцев. Замерзнет? Так нельзя, да? А вот так. Хорошо. Ну чё, этих колючки надо? Две мало. Три уже более-менее что-то. Оп. Фига себе, у них заморозка, вон до сих пор они замерзшие. Смотрите, зомби те. Так, пошла волна. Заморозка, заморозка. Листик бы мне. Видите, вот эти вот колючки, они даже водолазы под водой. Не надо дожидаться, пока они туда вылезут, поставлять, например, вот эти вот кувшинки, чтобы их выкурить оттуда. Просто берешь это растение и все. 225 солнца стоит. Сама наводка. Изи. Два счета эту доску разбили. Легкотня. Контроль просто и все. Так, банановая пушка какая-то. Установка или что такое. Откроется. Бананчик. Ага, новый чувак, рыбак. Угу, так, вот это здесь не нужно. Угу. Поехали. Три клетки дали, это уже неплохо. Вот сюда надо поставить стенорех. Yeah.
А, вон он подцепляет, он пытается растение стянуть. Хрен тебе. Наворотник рыбачок. Ой. Рано я ядовитого завязал. Рано. Как-то так. Ну, у них шансов нет никаких. Давай. Ну я ж говорил, нет шансов никаких. Вот и все. Не нужны здесь ни бусты никакие, ни это. Единственное, что листочки вот эти иногда на стенарях. И все. Защитить вот эти пушки. Понятно. Понятно. Хорошо. Имеют перезарядку. Здесь всех мастей уроды идут. Значится, играем точно так же. Да, вот этого, наверное, нет. Пригодится. Как же мне нужна вот эта штука? Ну, попробуем. Если сейчас не пройду, то не пройду. Либо сам переиграю, либо в следующей серии уровень этот начну. Так, они, по идее, у них есть хороший урон, да? Ого, ваншот, даже так. Так, ну им нужен стенорех. Вот сюда, поближе. Сюда. Так, как? Вот так. Бум-бум. Сюда. Замечательно. Так, там особо крепкий чувак идет. Надо беречь выстрелы его, вот этого. На вот таких там, на осьминогов. Ну чё, где кто? Так, держи. Thank you.
Ты не угадал. Держи. Нифига себе. Еще давай один барьер сделаем, наверняка, чтобы да усложняется ситуация. Так, одного мы убираем. Гарантии. Ну все. Уровень тоже, в принципе, не сложный. Просто надо смотреть за тем, что ты делаешь, контролить перезарядку бананчиков и убирать особо опасных зомби в первую очередь. Ну тогда да. А так, если зевать, то ты проиграешь здесь. А, ну давай еще один, ладно, сыграю, что с полосками. Там тут либо растения, которые мне дадут, либо надо условия выполнить. Боулинг, этот уровень сложненький, потому что рандом. Надо чисто низ отбивать и все, что по верху они идут, это фигня. Где идет этот Гаргантюа сам? Вон он, вижу. Придется, видимо, донат тратить, потому что не дают нужных. Вот такие вот нужны здесь с ним в бою. Потрачу, что делать. Смотрим. Если он не упадет тут.
Чуть-чуть не хватило. Ну, рандомский уровень. Абсолютно. Ну, ничего сложного совершенно нет. Кроме рандома. На изи. Да, думал. Ну, посмотрим, еще мир не прошел. Может, там впереди уготованы самые трудные уровни. Какой-то 25-й. 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 уровней осталось. Ну, вот как раз думал, в следующей серии его допройду. Ну, что, на этом все. Всем спасибо, всем пока.